Смотри, смотри, что происходит. О, а вот это вообще жесть, смотри. Смотри, 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 какой пацан. Сейчас ударит кого-нибудь 100%, да? О, смотри, смотри, а вот этот в кинотеатре было. О, кстати, пап, мы давно в кинотеатре не были. Давай завтра сходим в кино на мультик. Да ты думаешь, там сейчас что-то идет, там ничего интересного. Ну давай посмотрим. Посмотри вот сейчас, может есть что-нибудь? Ну давай глянем, что идет в кинотеатре. Комедия. Такое читовое. О, кстати, смотри, новый мультик вышел. Ой, точно, вот же он. Ну давай, покупай уже, быстрее. Подожди, сейчас надо спросить у мамы из Дани сначала. Мама, Даня! Чего вы тут раскричались? Мы уже спать собрались ложиться. Вы не хотите в кинотеатр сходить на новый мультик? Мультик, 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 мультик. Дань, ну это не сегодня. Сегодня это уже поздно, это завтра будет. Данечка, ну ты не расстраивайся. Давай завтра пойдем на самый первый утренний сеанс. Да, тем более как раз мы с Миланой уже купили всем билеты. Но для этого нужно лечь пораньше спать. Ну все, побежали чистить зубы и ложиться спать. Каждый день бы так ложилась спать. Ну, какая ты шустренькая. Жили они долго и счастливо. А вот и я. Так, ну все, тогда ложимся спать. Пап, я не поняла, ты чего не спишь? Я детей-то уже уложила, будильник завела. Спать пора. А, ну да, рано же вставать завтра. Сейчас все иду. Уже почти 9? Мама! Ты что, будильник опять неправильно завела, что ли, а? Мы опоздаем уже в кинотеатр! Как проспали? Как неправильно? Мне же прическу делать надо! Мама, куда ты мою рубашку делаешь? Я в банке, посмотри! Милан, Дань, вы что, копошитесь там? Давайте быстрее! Мама, вызывай такси! Да вызываю я, вызываю уже! Все, вызываю! Так, детский нам нужно. Проверяем. Значит, есть у нас кресло для Данечки и бустер для Миланы. Отлично. Все, я вызываю. Наконец-то! Через сколько приедет? Водитель быстро откликнулся, уже через 2 минуты будет. Пойдемте одеваться, выходить. Ребят, давайте быстрее, уже такси стоит, ждет. Да уже все, идем. Давай, Данюша. Ну что, тебе удобно? Да. Давай пристегнемся сейчас. Я домой, поехали. Ну что, все пристегнулись? Да. Тогда поехали. Да. О, смотрите, какая прикольная песня заиграла. Вика. А, Вероника. Чика-чика-чика-чика. Чика-чика-чика-чика. Ну что, приехали? Приехали. Ура! Спасибо вам большое. Спасибо, что вовремя нас привезли. До свидания, всего доброго. Так, у нас по билетам 5-й зал. Нам туда. Подождите, какой зал? А попкорн? Какой фильм без попкорна? Какой попкорн, папа? Мы же опаздываем. Я вас догоню. Фильм без попкорна не фильм. Фух, ну что, как тебе фильм? Классный. Вообще супер, да, мне кажется? А куда мы теперь? Как, еще куда-то, что ли? Я не хочу домой. Ну правда, пап, а что дома-то делать? Пойдемте еще что-нибудь поразвлекаемся, посмотрим. Ну, ребят, не знаю. Ну, пойдемте что-нибудь глянем.
Ну что, Дань, погоняем? Да. Пошли. Ну вот, дети катаются. А мы что будем делать? Сейчас покатаются, пойдем куда-нибудь покушаем вкусненько. Это хорошая идея. Вот-вот. Дань, давай я тебе бензина заправлю. Нет, я сам. Ну что, детки, пора подкрепиться? Да! Так, я уже знаю, что заказать. Так что, я думаю, пора делать заказ. Да, я тоже выбрал. Я буду рыбку. О, а вот и моя рыбка. Приступаем. А у тебя что, Милан? Как что? Котлетки с картошкой? Да, ребята, ух, денек сегодня. А у вас были такие дни? Да, ребят, пишите в комментариях обязательно. А также ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи! Всем пока-пока!